Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Дина Бэш «Путешествие во времени». Ну что ж, поехали. Ну, так, ребят, в магазин для начала забежим. Так, сундучок бесплатный, 800 монет. Снэппи две штучки, огненный стег две штучки, огненный шар две штучки и редкий шлем на мамонта третьего уровня. Оу, слушай, ну это же круто, ребят. На мамонта третьего уровня. Так, атака плюс 7, здоровье, ну здоровье дофигища, ребят. Шикарно. Просто великолепно. Ну что, друзья мои, давай-ка мы попробуем с тобой. Вот, кстати, вот, у меня, ребята, не записалось прошлое по черепашкам-ниндзя серия. Я там рассказывал, что я вот этот уровень прошел на 3 звезды. И помнишь, у нас был уровень с сундуком? Да где? Чего не перематывается-то? Вот тут у нас был сундук, помните? Я его, ребята, взял. Ну, там, я думал, будет намного лучше награда, но там фигня получилась какая-то. Так, ну что, давай попробуем забрать вот этот сундук. Я тебе могу только сказать одно. Все пошло намного жестче, друзья мои. Намного жестче. Вот. И об этом я... Ну, где Снэппи-то? Фу, Снэппи, ё-моё. Ну, ты понял. Так, дай-ка я вот этих, наверное, аглоедов... Ага, грел. А, в принципе, чё? Сейчас, секунду. А вот так вот сделаем. Ну, блин, пока у нас энергии нет, ребята, нам вот только вот этих сопляков можно будет вызывать, понимаешь, в чем дело? Ну, я имею в виду мелких вот этих вот засранцев. Да получи ты по башке, достал ты там уже, блин, выпендриваться. Так, что нам после этого? После этого нам будет доступен вот этот вот, да? Ну почему ты уже-то... Да, ребятушки, этот парень жестит. Да, блин, я вообще-то не это хотел сделать, блин. Если честно. Да ну! Куда ты идешь ко мне? Подожди, там кто-то летит, там петарда летит. Ну что такое там летит? Да за... Ой-ой-ой-ой, ребят. Блин, без Рэмбо, как все-таки, ребят, тяжело без Рэмбо-то играть, а? Так, отлично. Уйди отсюда. Не нервируй меня, муля, как говорится. Мне нужно, ребята, на стег вот на этого накопить энергии. Чтобы в конце концов его призвать, и у нас уже, чтобы все было оки-доки, как говорится, чтобы мы могли бомбить. Конечно, в идеале лучше тиранозавра взять, но и стега подойдет. Стега, чем хорош, ребята, что он бомбит о воздушной цели. Вот в этом он хорош. Вот сейчас мы, кстати... Сейчас будет бомбить бомбы свои. О, там еще один летит, ребят. Ну и куда ты там собрался, паршивец? Блин, ну достанет же, а. Да ты заколебал, вы думаете, чё... В чем проблема-то? Он бомбит-то бомбит, друзья мои, но нам-то надо, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, задергался там, ой-ой-ой-ой. Давай, родные мои, бомбим.
Есть. Так, этот заколебал уже, а, своими петардами тут. Прекрасно. Так, в идеале сейчас мы сможем призвать ребята Тирекса, сломав вот эту баррикаду. В идеале, блин. А чё они такие жесткие-то? Эй! Стоп. Они сейчас уничтожат. Да подбей ты, пожалуйста, эту вот... Не знаю, как его назвать. Охламона этого. Блин, у меня, ребят, здоровья мало. Ну, на дорожку, как говорится, одного он с собой прихватил. Так, опять этот паршивец тут лезет. Ну где это там, блин? Нет, ну конечно, наверное, все-таки, друзья мои, было бы намного эффективнее нам призвать. Вот если бы он бы еще станил бы, вот это было бы вообще, ребята, топ. Блин, одна звезда, ребята, отнимается. Одна звезда отнимается. Ну, это говорит о том, что... Это говорит о том, что мы, ну, не тянем, ребят, ну, никак. Так это пока одна звезда. Еще неизвестно, может быть, даже вторую отнимет. Но сундук мы, наверное. Последний портал. Ну, где они там? Ну, что ты вылез? Что ты вылупился-то здесь? Вылез, он бежит. На две звезды хотя бы, ребят, пройти уже было бы неплохо. Шикарно. Конечно, на три было бы идеальнее, но и две, ребята. Два сундучка тоже, я так думаю, сгодится. Бишь, был бы Рэмбо, было бы немножко попроще. Но нам Рэмбо с тобой не дали. Мне интересно, а сундук-то мы с тобой... Или он на трех звездах открывается? Нет, дают. Дают, друзья мои, сундук деревянный. Ну, понятно. 800 монет, 3 самоцвета, Дилофа и бочка Рэмбо. О, бочка Рэмбо, ребят, прокачаться может еще на один уровень. И я с удовольствием это делаю, да? Я с удовольствием это делаю. Так, больше здесь... Вот это вот огненный Дейна пригодился бы нам. Ну что, идем на 14.6. Так, что у нас тут? Ё-моё. Не очень, конечно, хороший, так скажем, подбор. Да, у меня даже мелких нет, прикинь. А как я тут тоже? С помощью этого, что ли, тут бомбить только? Ну, это несерьезно. Ну где это там, ёб красоты? Как эти охламоны со своими петардами раздражают, а? Вот, огненный стега. А огненный стега, ребята, здесь, да, значит, здесь наверняка будут эти будки деревянные. 100% наверняка они будут здесь. Ну, нам бы вот мамонта. Я, кстати, ребята, тот уровень, знаете, как прошел? Я проходил его мамонтом. Мамонтом. Но мамонта делал на отхил. И это вообще, ребята, изи. Это прям изично было проходить на мамонте
который отхиливается. Ой-о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 й. Так, куда ты бежишь, партизан? Куда ты, я тебя спрошу, бежишь? Давай сделаем так. Оп! Хоп-хей! Ла-ла-лей! А где вопросы, где ответы? Хоп-хей! Ла-ла-лей! Ой-ой-ой-ой-ой, я не увидел, что этот идет тут. Партизанище. Ай! Малыши, я сейчас разбомбят. Уже разбомбили, да? Вот я, блин, об этом, ребят, вам и говорил. Бомбят шикарно, но... Блин, и меня... Ой! Мамонт, выходи давай. Да, мамонт, по ходу дела здесь, друзья мои. Да они даже мамонта, ребята, ушатывают. О чем тут можно, блин, говорить? Как меня вот эти вот сопляжуи бесят. Ну прям не могу, ребят, вы... Вымораживают меня. Блин, мы с тобой уже звезду одну потеряли. Блин, если бы он призывал бы эпических плевунов, было бы намного лучше. Он же призывает обычных плевунчиков, ребят. Со своим ничтожным уроном. Еще один идет. Ну, ядрен матрен, ну. А почему вот они бросают огненный снаряд? Почему они их не это... Не поджигают, а, друзья? Я как бы думаю, что это немножко несправедливо. Должны поджигать их. О, вторая звезда, ребят, пошла на убытие. А вот и портал. Вот и портал, ну а... Да, давай заморозим его. Все, тут им крышка. Ну, блин, ребят, на одну звезду. Ну, а что ты хотел? А что ты хотел? Тяжело, да, ребят, тяжело. Я даже не спорю с этим. Так, что у нас тут в магазинчике? Давай посмотрим. Так, сундук. Деревянный. 800 монет, 3 самоцвета, Лил Спитти, бочка с Рэмбо и кластерный выстрел. И ничегошеньки не прапывается, да? А дальний бой может быть прокачать, ребят? Готовность, блин, через 3 часа он только улучшится. Эх, ну что ж, давай смотреть. Ёпк-макарёк, вы серьезно? Вот этим вот барахлом я должен тут... Ну, я даже не знаю. Ну, это уже точно, ребят, не серьезно. А, ты когда между ними они... Смотри, когда между ними, ребята, идет это... Они как бы... Под электрической дугой, что ли, все находятся, получается.
Что-то типа того. Да иди ты в пень. Дай пойду огрею его. Ну и что ты ползешь? Ну и что ты ползешь? Да, тут бы, конечно, лучше бы огненный бы, конечно, бы нам помог. Эй, ладно, так, завалим. Так, заплевываем. Я пойду этого грею. Ребят, вам не кажется, что уровень подозрительно легкий какой-то? Потому что уже портал, как ты видишь. Это специально какое-то дали мне прослабление. На 3 звезды прошли. Фьюх. Так. Ага. И последний сундук. Все понятно. Замечательно. Замечательно. Ну что? 15-2. Так, что у нас тут? Тут плевун есть. Огонь и ядро, да? Плевун-то, конечно, это все... тут еще, значит, летуны еще будут, друзья мои. Но он же без эпик шмоток, да? Он без эпик шмоток, поэтому, ребят. Слушай, а ты заколебал, а? Так, мне дали огонь. Твою налево, блин, не увидел, что тут. Сейчас это тут начнет, блин, а. Сколько, интересно, сейчас посмотрим, этот отнимает у него. Слушай, ну он нормально берет. Вот этот зупи-буппи. Как его назвать, даже не знаю. Ой-о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 й. Мне нравится, как он такой говорит. Ой-ой-ой-ой-ой, типа, знаешь, упал на жопу. И этот. А у нас же у этого, по-моему, да, мы эпический шлем-то получили. Ох, если я его сейчас призову, я думаю, он сейчас будет хорошенько жарить, ребят. То есть он у нас довольно сильный получится же, да? Персонажик этот. Так, это что там летит такое, ребят? Ты посмотри. Что там такое летит, интересное? Ох, ничего себе! Ты заколебал, а? Колдун, шаман, блин, я не знаю, как тебя звать еще. Слушай, мне не нравится, как вот эта фигня там бомбит. Блин, звезду отняли уже. Звезду, друзья мои, отняли у меня уже. Все. Кина не будет. Совсем чуть-чуть не хватило. Буквально вообще капельку, ребят, не успели мы с вами до 3 звездочек здесь. Если бы у меня было бы, наверное, больше бы этих
этих вот, может быть, прошли бы быстрее. Угу. Так, а здесь? Вот так вот. Ну что же, друзья мои, вроде бы неплохо. Две звезды, конечно, но хотелось бы выделить три звездочки, конечно же. Так, тут у нас деревянный сундук. Оп. Оу, щит. Новый дракон. Ну давай попробуем, ребят. Премиальный сундук. Ладно. Давай смотреть, что у нас тут. Ой, блин, ребята, у нас... Ой, сильный-то какой. Нам нужен сюда обязательно этот, Рэмбо. Рэмбо, сейчас посмотрим, сколько он отнимет у него здоровья. Да ну, мало так. Так, хорош. Давай, наверное, Рэмбо позовем. Я, наверное, огненную пока тратить не буду. Не вижу, ребят, смысла. Опять там где-то шаманит, а? По идее, нам бы лучше бы взять мамонта. Поздно, друзья мои, брать мамонта, блин. Поздно пить боржоми, ребят, когда почки сели, да? Нет, дилофазы здесь очень, ребята, слова берут. Ну заплюйте вы ее. Идиоты калечные, блин, даже не смогли ничего сделать, блин. Пока замахнуться, пока там штаны наложат, блин. Еще без массовых атак, блин, игра называется здесь. Скрипач на скрипке. Конечно, как же. Тебя-то тут не хватало, блин. Идиот, попрошайка-то. Ё-просоте, ну все, тут, ребята, тут завал будет сейчас. Да и посмотри, кто тут пришел. Полюбуйся. Что-то вот это вот меня достало, а все. Конечно, еще и вас тут не хватало. Ну, естественно, ребят. Бедный мой мамонт. Он борется, конечно, до последнего, но против такой армады ему, ребят, не выстоять здесь. К сожалению. И мне тоже не выстоять. Да какое там, блин? Жесть. Да куда ты там подошел, там, блин, Бомжиха просто вымораживает меня, понимаешь? Сейчас меня еще огреют, блин. Ну что, мамонта звать? Ну, придется мамонта звать опять. Чтобы он хоть как-то тут, я не знаю, ребят.
Так, ребят, я подобрал огонек. Так, бомжиха была немножко одурманенная. Ну, по-моему, сейчас она... Естественно. Да они меня тут вообще чикают, только шорох. Три удара по сусалу и все, ребята. У меня уже сопли потекли, блин. Есть. Наказали. Так, пошли быстрее. Так, я возьму здесь защиту. Эта кувалда вообще уже неэффективна. Нифига, этот молот Тора, блин, как его назвать, я даже не знаю. От него толку мало. Ну вот, звезда пошла, ребят, на убыль. Звезда по имени Солнце. Так, ладно. Давай хоть попробуем на две, может быть, звезды. Да, ребят, на две звезды получилось. Ну, в идеале-то хотелось бы три. О, огненный Дейна, ребят, может прокачаться. А, и колючка. А у нас денег нет, мы с тобой потратились, да? Ну, может быть, на колючку-то хватит, конечно. Да, у нас еще сундук. Обычный деревянный сундук. Сколько тут чего? 800 монет. Три самоцвета. Огненный стега. Выстрел молнии. Оу. Семь тысяч. Огненный... Ну, наверное, колючку я, наверное, друзья мои, все-таки буду прокачивать. Колючка все-таки нам... Да и этого тоже прокачает. Шут с ним, как говорится. А молнии сколько? 3600, ну, не так уж и много, в принципе. В принципе, не так уж и много. Ну что, двигаемся на 15-4. Нам-то, конечно, по идее, надо бы те проходить, ребята, этапы. Тут мы чем дальше с тобой в лес идем, тем, блин, сложнее становится. Так, если дали колючку, значит, здесь, ребят, будут летуны. Это факт. А тут не только летун, тут и кентра дали еще, я смотрю. Надо кентра вызывать, ребят. Надо вызывать, наверное, здесь все-таки кентра. И плевунчиков. Ну, вон, я же говорил же. Я же тебе говорил, что будут здесь летающие засранцы. Ой-о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 й. Закряхтел там, запердел. Ну, выбор, конечно, мелкие, плевуны и энки.
Идут. И вот здесь вот начинается уже проблема, ребят. Почему? Просто по заднице стеган этим надавал. А, у нас Рэмбо есть. Ну он так долго купится, друзья. Тогда этого колдуна. О, этот опять. Это с которой этими бросается, да? Так и есть, блин. Ага, пока этого не подобьешь, этап не кончится, блин. А, друзья, а тут на 3 звезды. Шикардосик. Так, ребята, огненный стега. Готов на прокачку. Огненный стега готов на прокачку. Это меня радует, ребят. Так, у нас энергии сколько там? Еще 2. А огненный стег 7. Ну, есть, ребята, смысл огненного стега прокачивать. Ну что, 15-5? Ой, какие... Какая отвратительная рожа. И, и динозаврики это... Подожди, а как я вот это вот... Эй! Погоди, ну так не... Так не делается дела-то. Ну согласись, блин. Молоток заберем. Рэмбо, вперед. Этих огреваем. Двигаемся дальше. Так, плевунчиков возьмем. Этого, наверное, вот так вот пока глушанем. Армия трясогузки, да? Да фиг ли ты, блин? Андрей, ты вот это вот, да? Фигово, получается, по-моему, ребят. Нет, ну только опять не этот, блин. Чё, всех, что ли, накумарил, блин? Ну, естественно, ребята, всех на каркалыгу взял. Я думал, что будет изи уровень, изи, конечно. Тут
Кто там хиляет там, да? О, Рэмбо, молодец. Рэмбо красавчик. Рэмбо, друзья мои, вообще красотуля. Покачать бы. Да легендарки бы его качнуть. Ух, было бы, ребят, вообще. А-а-а, звездочку отнимают, гады. Звездочка, ребят, пошла в расход. Эх, не успел, ребята, не успел я. Буквально чуть-чуть. Обидно-то как. Ай-яй-яй-яй-яй. Просто нет слов, ребят, как обидно. Просто нет слов. Нам бы по одному бы уровню на наших... Так, кстати, мы можем... Ох, легендарный шлем. Я представляю, ребята, сколько бы мощей было бы у него на легендарном шлеме. Рэмбо. Вот Рэмбо надо качать, ребята. Рэмбо надо качать. Обязательно Рэмбо надо качать. Ну, надо... Так, это у нас, друзья мои, что-то новенькое. Новое заклинание какое-то будет. Надеюсь, будет. Так, ну тут придется брать его. Я так чувствую. Так, сработало, да? Вот, огненный этот... Дейна, огненный Дейна, ребят, нам нужен здесь. Он хорошо, ребят, разбирается вот с этими вот... деревяшками, так скажем. Не сказал бы я, конечно, что он очень хорошо разбирается с этими деревяшками. Ну, шут с ним. Так, а вот с заборами он вообще на изи, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты видишь, да? Ты то же самое видишь, что и я. Пойду я этого огрею пока. Ну, Кентра нам нужен. Слушай, его никак не подвинь, да? Допустим. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Врубаю защиту, ребята, и стою здесь как партизан. Блин, а почему же он так... Блин, достоялся. Ёк-макарёк, я даже... Ай... Хоть Тирекса, ребята, вызывай. Жди, вызывай Тирекса, блин. Может быть, действительно на него накопить. Все, друзья мои, Тирекса позвал. Тирекса-то я позвал, блин. А он справится один-то против такой армады. Сейчас посмотрим. Ну, Тирекс это топ. Хотя, ты знаешь, и его, ребят, тоже прессуют. Прессуют? А все это вот этот гаденыш виноват, ребят. Там хиляет ее, да?
Нифига не пойму. Я не пойму, а почему я вот этих-то не мог? Что происходит, а? Да сфига ли, блин? Да ты бомжиху это уничтожь, господи, блин. Ну, опять, ребят, звезда по имени Солнце пошла у нас на убыль. Да, тут они, конечно. Там что, кто-то наших бомбит, что ли, не могу понять. Ну, конечно. Так, вот сделаем. Когда под электричеством, мы их что-то так быстренько чук-чук-чук-чук разбираем. Ай-яй-яй, вторая звезда, ребята. Блин, ну на одну звезду всего лишь идем. Но это несмотря на то, что, ребята, у нас не прокачанные динозавры. Мы с вами все-таки на вторую звезду, ну, как сказать. Вот так вот проходим многие уровни на две звезды. Это если мы еще с тобой прокачаемся, хотя бы по уровню каждому, уже будет какой-то эффективный прогресс. Согласись. Да, будет прогресс, я тебе говорю. Так, дадут нам, интересно, сундук? Или что там? Там не сундук, там, по-моему, деньги, 2000, да? Если я не ошибаюсь. А, и новое заклинание. Ханк. Этот кружевной камень пробивает несколько пещерных людей. Пробивает? Может, прибивает? Так, ну что, ребята, у нас одна энергия. Так, сейчас, секундочку. Так, ну что, друзья, давайте посмотрим. Вот как раз у нас здесь и будет вот эта вот новая заклинашка. И мы посмотрим, как она будет работать. Мне кажется, что она будет работать как валун, наверное, мне кажется. Ну, по крайней мере, так должна она, по идее, работать. Купится, конечно, очень долго. Опять же, Кентра это дается для чего? Для того, чтобы здесь, наверное, будет дофига летающих ребят. Дофига летающих будет, наверное. Так, сколько у нас? 50, да? Ну, я, честно говоря, думал немножко другой эффект. Не то, что будет, я хотел, чтобы был другой эффект. Да твою ж ты, блин. Да, ты правильно понял. Придурочный вот пришел. Вдвоем, блин. Да он мало, но... Вот. Слушай, ну ты, вот этот даже намного лучше бомбит летающих, я имею в виду про колючку, чем этот Кентра. Ну согласись. Ну да. Так, надо помочь нашему младшему брату. А урона не так уж много, ребята, он наносит.
Ой-о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 й. Кто там наших бьет? Понятно, дирижабль, ага, называется, да? Давай, родные мои, ну, не подпускайте этого голодранца. Эх, я пытался. Просто взял всю армию, ему расфигачил, блин. Давай, колючка, влетай. Да фиг ли твой, ой-ой-ой-ой, фиг ли твой, ой-ой-ой-ой, блин. Есть. Накернили, так сказать, да? У нас как-то мало, блин, динозавров. Стига нету. А, идет, блин, идет, болван. Сейчас накумарит. Опять этот хил. Слушай, ну, в принципе, ребята, в принципе, неплох. Вот этот вот валун, вот этот вот, он неплох. Он довольно, если его еще прокачать, он будет довольно неплохо приплюскивать этих вражин, блин. Единственный недостаток, что у нас, ребят, звезда отнимается. Это да. Это неприятно. Вот не попал, дурачок ты, пустоголовый. Было бы у меня чуть-чуть, наверное, побольше бы хп, чтобы я хотя бы выдерживал, ну, я не знаю, удара 4-5. Было бы вообще шикарно. Давай попробуем хотя бы на 2 звездочки пройти. Ну, есть. 2 звезды, друзья мои. Открываем. Угу. Ну, в принципе, нормально, друзья мои. В принципе, нормально. Я считаю, что сегодняшняя серия у нас, в принципе, довольно неплохо, продуктивненькая прошла. Естественно, хотелось бы, конечно, результат иметь получше на 3 звезды. Но, тем не менее, я уже знаю, что, чего нам ожидать. И... вот этот этап я так и не прошел.
А кто у нас там? Ну, если Рэмбо прокачать, да, например, и Тирекса призывать, ну, возможно, прошли бы этот. Но тут же, по-моему, с бомжихами тяжело пройти, конечно. Там времени не хватает. Ну что, дорогие друзья, наверное, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!